Сколько зарабатывает районный глава? На этот вопрос первым ответил аким Аль-Фарабийского района. Оказалось, что Габит Мауленкулов в месяц получает почти 500 000 тенге. Аким района имеет за плечами 20-летний стаж работы. На себя, жену и троих детей зарплаты в 450 тысяч, говорит, хватает. 380 тысяч, если не считать разные отчисления. Есть еще пенсионные, медстрахование и так далее. Если на руки беру 300 тысяч, к ним еще плюс 50%. У меня 3 ребенка. Я не могу сказать, что этих денег мало или много. Слава богу, что они есть. В своем коллективе, уверяет чиновник, он практикует письменное разъяснение ограничений законодательства в отношении государственных служащих, коррупционные риски, запрет на открытие бизнеса. По словам Мауленкулова, в акимат чаще всего обращаются многодетные и малоимущие семьи. Таких в Аль-Фарабийском районе почти 15 тысяч. Первые руководители государственных учреждений, они должны озвучивать свои заработные платы. Первым у нас получается в акции заработную плату. Если у госслужащих есть необоснованные доходы, их нужно увольнять с должности. Да, потому что они должны быть неподкупными и, соответственно, они должны быть честными, открытыми. В этих целях акция стартовала. Сейчас в данной акции приняли участие 11 госслужащих, а также мы будем продолжать эту акцию. Рассказывать о доходах и работать на одну зарплату шымкентских чиновников призывают борцы с коррупцией. Об их честности и открытости первым узнает городской глава.